Всем привет! Наконец-то настал этот момент, что я решила до последнего, предпоследнего апдейта проекта закончить, наконец-то сварить свои помады, которые я планировала сварить с самого начала проекта. Девочки, очень долго занимает подготовка, и я хочу сказать, что полтора часа я только искала почему-то свои помады. Во-первых, хочу использовать свои помадки от NARS, которые у меня здесь остались, и это у нас... Название Дебора, Бетти, Рита, Аннабель и Грейс. Получается у нас тут 5 помадок. А также у меня есть вот такая вот еще одна помадка от Лора Мерсье. Последняя в названии Фаталь. Девочки, Фаталь, вот этой помады, они очень прям, ну очень, вот видите, Extreme Matte Lipstick, слишком сухие. Одну из них я, по-моему, подарила, одну я из них испробовала. Очень сухие, невозможно. От NARS отличные помадки, но очень маленькие, это неудобно ими пользоваться. А также сюда возьму вот оставшиеся свои 4 пробничка. По-моему, девочки, это от Faberlic. Значит, пробничек номер 409-80 или 405-80 с линейки Velvet Kiss. Вот я ее продолжу носила, они не полные. Это первый пробничек. Второй пробничек номер 409-82. Или 405-82, также с линейки Velvet Kiss. Вот, я их, в принципе, планировала носить как бы сейчас, когда уже более, да, станет зимняя погода. Пробничек также от Velvet Kiss 409-79, 405-79, но решила все-таки их перебазировать в одну помадку. Когда они будут в одной помадке, у них будет больше шансов быстрее закончиться. И пробничек в номере 409-81. 405-81. Вот такие вот цвета. Да, в принципе, все они носибельные. Все осенне-зимние. Того, что вот эта мелочь, вот эта, она меня, как-то сказать, расстраивает, да. Хочется закончить. И чем я буду осветлять? Это моей помадкой от Beauty Care в номере 12. Кстати говоря, отсюда я уже использовала кусочек. Вот тут столько еще осталось, еще немножко вовнутрь. Вот на губах сама по себе она слишком, видите, какая-то очень слишком светлая, что-то даже ломался кусочек. Вот, а вот если разбавлять, ей будет очень даже хорошо. Девочки, и буду я это все делать вот в таких вот штучках с AliExpress. Буду пробовать, девочки, впервые. Видела на эту тему куча роликов. Вот один вот в таком дизайне и вторая вот в таком. Вот. Первый раз буду пробовать, но, девочки, мне подсказывают это, что мне, боюсь, что мне будет этого мало, да, для того, чтобы залить в одну помаду. Честно говорю, полтора часа обыскала еще дополнительные помадки, но так их, не знаю, куда они подевались после ремонта, надо все, девочки, перебирать заново, всю косметику. И хочу добавить сюда вот такую помадку от Faberlic, это в номере 43092. Вот такая вот помадка, вот такой красивый футлярчик. Кстати говоря, можно было этот футлярчик, наверное, использовать даже для залива. Но я не знаю, или я использую ее всю. Сейчас мы как бы выковырим сначала пробнички, потом добавим сюда еще вот такую помадку. Вот, тоже очень красивый цвет, но темновато. И куда я буду это все заливать, девочки? Вот в такой вот футлярчик, подарочек от Леры Forever. Там есть маленькие дырочки, вот эти две, но я думаю, что оно не будет нам мешать. И думаю, если вдруг мне не хватит, да, то есть, допустим, я специально приготовила 2, если вдруг я войду во вкус, я, наверное, остатки, может быть, залью сюда. А если у меня получится 2 полноценные, ну, тогда пойду искать какую-то пустую помадку, которая у меня лежит в пустышках. Вот. Или думала, что если совсем капелюш останется, то я добавлю сюда. Эти штучки я тоже когда-то покупала на AliExpress. Думала делать свои домашние бальзамчики, помадки. Но, честно говоря, мне этот футляр не очень нравится, так как он плоский. Не люблю. Значит, нам будет помогать свечка. Вот такая вот ложка. Выбрала такую ложку, знаете, там где-то более острый носик. Не знаю, как поместимся. Мы сюда не поместимся. Ой, короче говоря, начинаем выковыривание. Взяла еще тарелочку. К те, кто любит ковыряния вот эти все, приглашаю к просмотру. Те, кто не любит ковыряния, смотрим конечный результат. Вот такая вот помадка. Что-то, вы знаете, я не знаю, чем... Сейчас мы придумаем, чем ее туда выковырить. Вот смотрите, какая она. Кстати говоря, мы можем взять сводчик. Я взяла палочку для ушей.
Неплохо, кстати говоря. Вот такой вот цвет. Видите, как, в принципе, подходит в гамму, да? Красноватый такой. Сейчас мы их всех выковырим и просвочим. Или давайте я посмотрю. Достала вот такой целиком вот этот нарс. Давайте их тоже подсвочим, девочки. Вдруг мне какая-то из них понравится. Я решу оставить просто так. Просто единственное, что мне вот не нравится, этот формат, как вам сказать, вот это вот ковыряние вот отсюда, да, выковыривание. Почему? Потому что я боюсь, что оно будет подсыхать. Видите, это как красивые, красивые цвета. Я с удовольствием использовала помаду, которая с моим именем, с именем Ан. И подружке отправила помаду, она тоже выбрала какой-то цвет, я уже не помню, как он назывался. А все остальное, девочки, лежит, потому что мы уже настолько привыкли вот это пользоваться этими стиками. Да, взял, открыл, накрасил и побежал. А вот это вот стоять, ковырять этими кисточками, этими... О, смотрите, какой цвет. Вау! Да, давайте прямо отсюда, чтобы не тратить продукт. Я извиняюсь, что так слишком близко в кадр, потому что места совершенно, как оказалось, нет. Вроде много места, да, а маловато. И последнюю. Сейчас мы это тоже все выковырим. Я даже специально вот так вот оставлю на проект закончить. И на пустышки года. Ой, хорошо запарят. И они, честно говоря, смотрите. Вау! Это вообще такой коричневый, такой красивый, насыщенный. Прям шоколадка. Супер! Супер-пупер. Ну, начинаем выковыривание. Очень все красиво, девочки. Но опять же, как я сказала, не хочу сидеть, да, и выковыривать это безостановочно, потому что времени нет. Жизнь пошла сумасшедшая, особенно после короны. Я не знаю, как у кого. Жизнь просто летит безостановочно. Поехали в отпуск. Неделя отпуска пролетела за секунду. Вот. Оп. Есть. Первый готов. Главное вот эти вот, да, пустышечки не выбросить. Это я тоже могу в конце ролика все взять, выбросить. А потом такая, опа. А надо же еще показать в отчете. Опа. А эти уже, видите, кремовые. Их уже просто так не выковыришь. Опс, да, девочки, выковыривать это еще то удовольствие. Я знаю, что многие любят смотреть на этот процесс. Многие, о, смотрите, какая красота, как оно быстро. Видите, видимо, она немножечко была суше, хоть помады с одной линейки, но иногда бывает более сухие. Знаю, что многие любят смотреть процесс ковыряния, кто-то не любит. Например, люблю смотреть все ковыряшки. Особенно, знаете, что меня интересует, когда вот реально плавишь помаду, чтобы посмотреть конкретно, сколько же надо этого продукта. Потому что, я так понимаю, это на глаз невозможно угадать. Каждый раз по-разному. Иногда бывает чуть меньше, иногда бывает чуть больше. Иногда бывает, типа, маловато вообще. Упс, я, по-моему, мимо ложки уронила. Ой. Так. Главное подготовить много мокрых салфеток, девочки. Чтобы было чем вытереться. У нас любит ролики ASMR. Ковыряние. Welcome. Долго я собиралась на это ковыряние, девочки, очень долго. Полгода, даже больше. Все никак, 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 никак. И тут я сказала, все. Или сегодня, или никогда. Так, ну вы согласны со мной, что это, ну, реально недостаточно для одного стика, правильно? Поэтому мы продолжаем. Выковыриваем помадки. Упс, видите, вот она сломалась. А внутри не хочет, мы ее выковырим все равно. Наша цель все до конца. Все, кто смотрит мои ролики, знают, что я все-все-все помадки, все выковыриваю до самого конца. Ну и реально, девочки, мы покупаем полноразмерную помаду, правильно? Платим за нее приличные деньги. Если... О, смотрите, как классно вышло полностью. Вот, видите, как круто. Вот, тут даже маленькая дырочка. Ну-ка, я сейчас попробую с другой стороны подтолкнуть. Платим деньги. Где-то дырочка. Опа, сейчас попробуем. А ну-ка. Не хочешь так. Не хочешь так выходить через эту дырочку. Платим деньги, да? Мы же не платим за только продукт, только который выглядывает наружу. Мы же платим за полноразмерную помаду. То есть это получается и продукт, который находится внутри самой помады. А внутри, девочки, помады находится еще половинка. Поэтому мы покупаем как бы, да, то, что торчит. Я считаю, что это помада, и вовнутрь еще пол помады. То есть, в принципе, мы покупаем полторы помадки.
Поэтому есть такие, которые любят. Вот как моя подружка Алёнушка, она любит докрасить до пластмассы. Потом она это выковыривает и одинаковые цвета или похожие цвета, да, переплавливает. Я, например, не люблю переплавливать помады, да. Если вы видели, у меня очень редко есть такие ролики на канале, где именно я переплавливаю. Вот смотрите, как классно. А эта помадка вышла целиком. То есть раз на раз не бывает. То есть если ходовой цвет, и мне он нравится, я просто беру или кисточку, да, или какие вы любите приспособления, и, значит, просто выковыриваете до конца. Так, ну давайте немножко добавимся светлого и посмотрим, хватит нам этого или нет. Значит, берем нашу помадку от Beauty Care, опять нашу палочку. Вот я не знаю, сколько на это добавить. Давайте вот так. Или маловато. Пока так. Сколько у меня тут еще есть? А, еще есть приличный кусок. Давайте еще чуть-чуть. Что-то мне так... Вот так. Сейчас мы это растопим. Посмотрим, как это будет выглядеть на цвет. Вот. Поэтому, как говорится... Так, я эту помадку немножечко отодвигаю. И подвинем к нам свечу. Так, девочки, я предупреждаю, что этот процесс грязный. Это, да, не очень... И на ложке, честно говоря, над свечой делаю первый раз. Первый раз. Обычно я это делаю... видите, свечу выбрала неправильную. Давайте-ка, наверное, перебазируюсь наниже, чтобы вам было виднее. Так, перебазировалась на свечку пониже. Там у нас будет просто для красоты. Что-то я не рассчитала, что будет тяжело видно в кадр. И, честно говоря, держать руки... на вытянутой руке тоже нелегко. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Так, надо было еще руки поменять. Если вы правша, наверное, лучше держать ложку в левой, а мешать правой. И наоборот. Чуть пониже. Обычно делаю это на газу, чтобы было быстрее, но тут я решила сделать на камеру. Так, опять же предупреждаю, что процесс весь грязненький. Да, надо иметь много мокрых салфеточек. Вокруг, да, чтобы было ничего такого, чтобы можно было запачкать, если разольете, чтобы можно было быстренько вытереть. Вот, но есть в этом какой-то кайф. Вон, смотрите, видите, уже начало топиться, растапливаться. Есть в этом какой-то кайф, есть в этом что-то такое необычное. Мой сын как услышал, что я буду делать из нескольких помад, он говорит: мама, это что такое? Это как? Это что? Это зачем вообще? Для него это дикость, а нам это нравится. И делаем, девочки, кашку-малашку. Те, кто еще в свое время не наигрался, да, в болотце с песком, самое время. Вы знаете, на мое удивление, над свечой что-то очень быстро оно растапливается. Честно говоря, я ожидала, что буду сидеть здесь дольше. Я, конечно, выключила, но это буквально на пару секунд. Девочки, цвет темноватый, правда, получается? Мне кажется, что нам уже надо добавить даже без свотча. Добавим-ка мы еще светленькой помадки, наверное, до конца. Вот видите, там еще как бы кусочки такие не растопились до конца. Но я вижу, что уже сам по себе цвет темненький. Не было смысла это все смешивать, если мы это все не осветлим. Хотя цвет уже вроде бы так красивый такой. Сейчас мы давайте попробуем вот это прям палочкой и сделаем сводчик. Угу. Вот такой вот цвет, да, темновато. Значит, сейчас мы будем добавлять сюда светленькая помада. Ой, так, а теперь проблемка, как оставить ложку, чтобы она не падала. Для того, чтобы добавлять еще помадки, нам надо или отрастить еще две руки, или прибегнуть к чьей-то помощи, или я нашла вот такое вот приспособление. Девочки, выковырила до конца помадку от Beauty Care. Вот уже, как говорится, насовсем, да, может быть, еще капелюшка осталась. Сейчас мы эту капелюшку и подкрутим. Ну, понятное дело, что минимальные потери у нас будут все равно, как бы мы этого не хотели. И, честно говоря, мне кажется, что будет еще темноватее. Поэтому я побежала, принесла еще свою помадку от Saqqara Lip & Cheek в номере 110. Она также, девочки, для меня светловатая, но здесь идет блестиночка. Давайте чуть ее, о, видите, совсем
Давайте еще чуть-чуть этой помадочки мы сюда и вот так вот сделаем. Хоп. Ага, хоп не хочет. Оп. Чуть не улетел ценный продукт. Кстати говоря, помада очень быстро застыла. Пока я это все, девочки, с вами ковыряла. Так, вернее сказать, за кадром. Ну что, продолжим наш эксперимент. Возвращаемся обратно на свечку. И посмотрим, как быстренько оно сейчас вот тут растопится обратно. И обратно. Мне не страшно, если оно будет чуть светлее, да, чем я хотела. Но главное, чтобы не темнее. Сейчас. О, видите, оно быстро. Вот это то, что было уже растоплено, оно идет быстрее. И я вам хочу сказать, все-таки, если брать пробников, надо брать много. И лучше взять побольше продукта сразу, да, чем вы планируете, для того, чтобы потом остатки или слить в какую-то баночку, или в какую-то дополнительную помадку, куда-нибудь, да. Вот иногда бывает такое, что можно сделать даже такую помаду прикольную, как у меня было когда-то с откусантиков, что каждый раз я сложила все свои откусантики в такой тюбичек, который я приобрела на Алиэкспресс, и каждый раз у меня был сюрприз. Какая же будет помада следующего цвета? Точно так же можно здесь остатки, допустим, сливать вот в такой вот колпачок, да, в такой стик, и каждый раз у вас будет сюрприз, какая же будет там следующая помада. Или сливать в баночку и использовать эти остатки на следующий раз. Вот я вижу, сколько я светлого добавила, девочки, а помада все равно темная. Видите, получается, что светлое, темный цвет все-таки преобладает больше. И видите, вот сколько я не добавила светлого, все равно. Сейчас давайте еще немножко растопим, потому что вот этот кусочек еще тут. Надеюсь, вам все хорошо видно, так как, опять же, делаю впервые, ну, как бы, впервые за очень многое время. С непривычки, девочки, это все надо наловчиться, надо уметь. Если мы... Упс, помада потекла на свечку. Если мы это делали... Смотрите. Темновато. До сих пор темновато. Ну, давайте еще бросим светлой помады. Мне не жалко. Давайте еще кусочек отломим туда. Сейчас я попробую отломить, не отходя от кассы. Кстати говоря, предупреждаю, ложка нагревается тоже. Будьте осторожны. Опа. Так, факир был пьян, и фокус не удался. Не только что помада не попала, так чего тут чуть... Разлилась за продукт. Все, пошли спецэффекты. Ложка нагревается, надо повыше поднимать, чтобы помада не забурлила. Так, делаем все аккуратненько. Так, вы знаете, я, наверное, больше добавлять не буду. Сейчас вот это она растопится, этот кусочек, и все. Так, поднимаю повыше, горячо. Печет. Готово. Опять же, надо переложить другую руку. Опа. Ничего не вижу, сама себя закрываю. Опа, есть. Ну что, девочки, ни пуха, ни пера. Пробуем. Опа, там, по-моему, есть. Полная помада есть. Ждем, она даже немножечко осесться. И пробуем сюда. Вдруг хватит на две, пожалуйста, пожалуйста, на две. Нет. Ложка горячая. Не повезло, к сожалению, не повезло. Получилось только половиночка. Ничего. Сейчас мы придумаем, что нам сделать. Так, операция. И пока оно остывает, девочки, беру еще кусочек. О! Беру остаток сакары, девочки, и выковыриваю. И выковыриваю туда. Доплавлю. Не хочу оставлять сакару. И она у нас тоже, девочки, пойдет в пустышки года. Так. Не помню, или я помадку от Beauty Care включала в проект, так как она у меня должна была идти как осветляющая. Не помню. Но неважно, в любом случае пустышка года, плюс еще две помады для пустышки года. Для меня это очень приятно. Так вы знаете, я с ними борюсь. Кстати говоря, мне там одна девочка написала. Вот ты написала, да, когда делала из теней румяна. Вот ты написала, что у тебя минус столько теней. Но ты же их не использовала, ты же их просто перерисовала в румяна. Я говорю, правильно, но я же потом румяна эти не списываю. Я же списываю только тени, с которых я сделала румяна. И румяна я же не отбрасываю, я же их не выбрасываю, я же их
никуда не деваю, я продолжаю ими пользоваться. И, кстати говоря, те, кто смотрит мои влоги, вы всегда можете видеть, как я использую свои самодельные продукты. Вот, кстати говоря, отсюда намного лучше вышел продукт, чем с Beauty Care, девочки. Вот, но эта помада тоже у меня очень долго лежала и очень долго ждала своей очереди. И, наконец-то, пришла ее очередь. Еще минус один. Так, греем. Греем. Те, кто у нас перфекционисты, любят чистоту и красоту, простите. Не по адресу. Ой, чуть не задуло. Простите, потому что, опять же, делаю впервые. Ой, все это прикольно. Честно говоря, процесс у нас после, да, то есть приготовиться к этому процессу у меня было дольше, чем сам процесс. Сам процесс у меня занимает около получаса. И это при том, да, вы это увидите, конечно, быстрее, так как я немножко камеру выключала. Но вот я, например, засекла по времени где-то полчаса. Так, ну и, конечно же, потом нам надо будет эти помады поставить в морозилку, чтобы они схватились. Ставим в морозилку, чтобы оно схватилось. И, конечно же, потом мы посмотрим процесс, как это все вынимать в сам тюбик. Думаю, что там будет не меньше, не менее трепетно. Кстати говоря, вот заодно вот этой светлой помадкой подотру темные остатки. Помада, конечно, очень быстро остывает. То есть разогревается она чуть дольше, чем застывает. Вот я даже вижу то, что я залила в тюбики, девочки, они уже начали остывать, хотя у нас жарище на улице. Утром было прохладно, плюс 22, мы даже подзамерзли, для нас это холодно. А сейчас уже, наверное, за 30. А потом все удивляются, почему люди болеют. Когда вот перепад температуры за один день в 10 градусов. Так, у меня, кстати говоря, когда я переливала, девочки, надо быть внимательны, чтобы она реально все хорошо растопилась, потому что у меня там, по-моему, какой-то кусочек помады булькнул. Будем надеяться, что он не будет мешать. Так, вот готово. Хочу сначала добавить вот сюда, видите, у меня тут получилась лунка такая маленькая. Оп, перебор. Перебор, не страшно. И во вторую. Опа, так, еще раз. Еще раз. Сейчас вот этот ужас я... Пардон, что я вас стряхнула. Сейчас вот этот ужас я сниму. Перебазирую в ложку. Чуть в ту помаду не засунула. Перебазируем в ложку. Так, что у нас тут осталось? Помните, тут ляпнуло у меня чуть-чуть. Сейчас мы это тоже выковырим. Вся посудка у нас чистая. Только была для самого процесса помадоварения. Ух, как это весело. Вы пока пишите в комментариях. Советуйте мне, как было лучше сделать это. Вот, как вы это делаете, занимаетесь ли вы вообще этим, любите ли вы такое дело, или вы сразу выбрасываете, вымазываете ли вы помады до самого конца, или только до пластмасски. Это очень интересная тема, мы тут с девочками периодически на эту всю тему спорим, ну как бы спорим, обсуждаем. Так, ну что, давайте попробуем, вдруг мне хватит на эту помаду целиком. Почти, а ну-ка, ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает. Для того, чтобы доставить туда в помаду. Сейчас давайте еще нагреем. И вот попробуем вот так, уже палочка для ушей. Все подходит под руки, девочки. Все, весь подручный материал используйте. Да, лишь бы добиться нашей цели. Я бы еще пальчиком сгребла, но, честно говоря, ложка уже горячая. Боюсь. Ну что ж, достала я наши помадки из холодильника. Вернее сказать, морозильника. Девочки, совершенно забыла, что мы не использовали совершенно эту помадку от Faberlic. Да, нам не понадобилось затемнять. Я думала, будет мало, а мы все осветляли. И все равно у нас вышла темновато. Но мы сейчас посмотрим. Наш первую помадку, которую я, видите, вот как она получилась. Эту, которая будет полноразмерная. Сейчас мы засунем в этот футлярчик, постараемся. А то, что мало, я взяла свою помадку от Stellery, которая буквально на днях закончила. И вот попробуем засунуть вот сюда. Ну, надеюсь, она нам подойдет. Ну, короче говоря, показываю все как есть. Без прикрас, девочки. Будем смотреть. Так, опа. О, кольцо-то шло хорошо. Честно говоря, даже не ожидала. Очень холодное в холодильнике.
Вай-вай-вай, морозильники засовываем. Не знаю, сколько толкать надо. Так. К сожалению, у меня нет вот этого вот, да, как есть у некоторых такой, как шприц, который это все воздух оттуда отсасывает, поэтому мы будем так делать. Девочки, каждый раз, когда смотрю у других, прям аж дыхание замирает. Ой, как это прикольно. Так. Оп. Так, вроде все отлепилось. Так. Ура! Так, что-то он меня немножко подкосило. Ить, видите, немножечко косает. Что-то это, видимо, это плохо вставило. Оп, оп. Все подровняло. Так, попробуем закрутить. Чуть-чуть подкрутить. Вот так. Ух ты! Супер! Девочки, просто супер. Ничего не смазывается. Смотрим, какой дизайн получился. Конечно, этим будет намного приятнее теперь пользоваться, чем пробничками. Так, первый пошел. Где наш колпачок? Первый готов. Единственное, что эта помада не стоит, да, надо ее будет как-то пристроить. Так. Ну что, давайте второй. Оп. Ага, вот видите, получается, вот когда вот не доливаешь, оно, видимо, не будет его куда, девочки, подсунуть. Ну, так мы экспериментируем. Расстраивается. А, оно даже не захватывается. Так. Предлагаю сделать по-другому. Давайте, наверное, вот так вот ее расширим. Потом просто туда запихнем. Опа. Опа. А если мы возьмем... Подождите. А если мы возьмем вот эту? То же самое. Просто, получается, ее надо будет туда уронить. Ладно, так давайте голосовать. За что мы? За тюбик голосуем? Или за вот эту штучку? Обе эти штучки, видите, вот. Обе эти штучки, к сожалению. А, я теперь поняла, почему она неудобна теперь. Видите, вот когда расширяешь, неудобно. Я уже пальцем залезла второй раз. Так, думаю, отсюда вот выковыривать. Видите, тут палочка. А если отсюда выковырить, ну, мы, наверное, сюда засунем. Так, а это мы ставим... До следующего раза. Ничего страшного, если мы немножко его припачкали. Если вытолкнуть, что... О, смотрите, видите, вот тут, посмотрите, прям получилась у меня такая амбре. Опа, опа, опа. Это когда мы доливали, видите, как все получилось. Так, давайте запихнем. Запихнем, запихнем. Так, и продолжаем снимать силикон. Не хочет. Не хочет он сходить. А ну-ка. Надеюсь, я сейчас рисунок не попорчу. Она ломается. Так, все. Теперь я поняла минус того, девочки, что доливать. Надо доливать одним целым. Иначе вы потом его не... Опа! Пошло. Пошло, пошло, пошло. Так, где-то у меня тут была зубочисточка. Сейчас мы... Есть. Так, секунду. Ай! Не получается. Так. Ой-ой-ой. Еще на мое счастье я ее уронила. Так, девочки. Операция и продолжается. Я немножко придержу и... Оп, все, пошла. Пошла, но, к сожалению, не так, как я этого хотела. Видите? Не так, как я этого хотела. Ну, ничего. Опять же говорю, показываю, как есть. О! Все, отошла. Отошла. Так. Опа. Вот она у меня упала до самого конца. Значит, и вот такой вот дизайн. И, из-за того, что, видите, получилось ранение у моей помадки. И дизайн тут получается пониже. Грусть, печаль, тоска, но не страшно. Мы давайте потестируем цвет. О, кстати, говоря, девочки, смотрите, какой неплохой цвет получился. Такая а-ля пыльная роза.
не очень отличается от всех тех, что было, но я хочу сказать, лучше иметь вот такие а-ля полторы помадки, да, чем кучу маленьких пробничков. Теперь я вам скажу так, может быть, я вот этот кусочек, девочки, оставлю, и мы его переплавим еще с какой-то светлой помадкой. Я подыщу помадку, и мы его с вами переплавим. А вот этой помадкой, наверное, я буду, ну как наверное, я, соответственно, буду пользоваться, так как цвет, смотрите, какой красиво получился, и оно как красиво стоит в тюбичке. И вот вам еще пример. Это, когда оно вышло одним кусочком, а вот это вот, теперь мне придется, к сожалению, все вымывать. Но все-таки я вам хочу сказать, эксперимент удался, на мой взгляд, удался, он не провальный. И всего у меня ушло 12 продуктов. Из 12 у меня вышло 1,5 продукта. Эти все колбочки сейчас я с вами помою. И мы оставим это все на следующий наш эксперимент. Поэтому предлагаю помадки, которые нам не подходят, не выбрасывать, не передаривать, а переплавливать и перемешивать. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.